Приветствую вас. Первое, что хочу сказать, это то, что вы не дописали свой вопрос, не дописали свой текст, Валерия, не сформировали свой вопрос, и, соответственно, помощь вам будет, скорее всего, выстраиваться на таких своего рода предположениях, на таких своего рода догадках. Вот, что на самом деле не очень хорошо для вас, не очень хорошо для нас, потому что это не работа получается, а угадайка. Вот, но тем не менее. Исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод, что вы очень не свободны, вы очень нагружены, вы, я бы даже сказал, наверное, перегружены. Перегружены вы, значит, я так полагаю, обязательствами, перегружены вы, я так полагаю, обязанностями, перегружены вы тем, что надо, тем, что нужно, но не тем, что вы хотите. Вообще, в 23 года вы уже замужем, ну, это на самом деле рановато. Рановато, потому что, как бы, в 23 года все-таки еще нужно, все-таки люди еще хотят жить для себя, 23 года все-таки люди хотят еще как-то вот активно развиваться, активно становиться, я имею в виду устанавливаться как личности, вот, и то, что вы вот в 23 года уже, по сути, замужем, и вот то, что вы еще написали, у меня дом, работа, муж, животные, родители, которым я помогаю, это все, конечно, вас очень сильно тяготит. То есть, на первый взгляд, да, на первый взгляд, кажется, все здорово, в том смысле, что и вроде бы обеспеченность какая-то есть, и стабильность вроде как тоже какая-то есть, вот, и все, но при этом, на самом деле, тут вот ситуация такая, что вас это все тяготит, очевидно. Вот. Ну и раз вас это все тяготит, то важно в таком случае определить, что именно вас тяготит. То есть сейчас, здесь и сейчас, вам, очевидно, хочется сбросить с себя, ну, какой-то вот груз ответственности, да, вот хочется сбросить с себя какой-то вот груз этой самой ответственности, чтобы его не было, да, то есть вот слишком много на вас, ну, взвалилось, вот слишком много. Ну, и это на самом деле нормально, то есть вам чего-то не хватает свободы, не хватает спонтанности, не хватает искренности, не хватает какой-то легкости, да, возможно, опять же, слишком все у вас предопределено. И это тоже не внушает какого-то вот позитива, да, это не внушает тоже какой-то свободы. Вот. Плюс ко всему, видите, вы все держится на вас, то есть это очень тревожная позиция, потому что, во-первых, все не может держаться на вас, в принципе, на вас держаться. Во-вторых, если все и держится на вас, то это крайне тревожно, потому что, ну, по факту, получается так, что вы слишком много на себя берете ответственности, она вас, ответственность вас тяготит. Ну, опять же, да, она не может не тяготить, потому что вам, ну, вам тяжело, вам трудно, вам
количество обязанностей превышает то, что вы хотите, превышает приемлемую для вас. Такая вот история. То есть вы слишком много на себя берете, вы, возможно, не говорю, что, это наверняка, но, возможно, вы всех пытаетесь спасти, всем пытаетесь помочь, вот, и не позволяете людям самостоятельно что-то решать, да, вот, не позволяете людям как-то вот самостоятельно что-то делать со своей жизнью, вот, возможно, пытаетесь все контролировать, вот, возможно, пытаетесь всем указывать, вот, ну, в этом никогда ничего хорошего не бывает, вот, из этого, точнее, никогда ничего хорошего не получается, вот, поэтому тут исключительно вот такой момент. То есть отношения вы строите по велению разума. По велению разума, не по тому, что вам чего-то хочется, не потому, что вам что-то нужно, и вы в чем-то нуждаетесь, а именно вот потому, что надо. То есть изначально, может быть, все строилось в той или иной степени на каких-то чувствах, да, но после все свелось к тому, что вот это нужно, это нужно, без этого не обойтись, ну и так далее, Вот, это, конечно, очень грустно и печально, что так вообще происходит, потому что, ну, это не отношения, а дизоловка какая-то, вот, ну, а, как известно, в обязаловке ничего хорошего нет. Вот. То есть, в чем я вижу проблему? В том, что вы слишком рано очень взвалили на себя кучу обязанностей, в том, что вы пишете, что у вас очень много всего, и всем вы должны. Чувствуете, что у людей много ожиданий от вас. И вы пишете, что все на мне держится. То есть, вы не чувствуете в себе возможность, допустим, расслабиться, на кого-то опереться, побыть слабой, заявить о своих желаниях. Почему так произошло? Ну, опять же, это связано с тем, что вы стараетесь действовать как надо и стараетесь оправдать ожидания других людей, что ведет к такому вот, по сути, растворению в других и полной потере себя. И дальше, если ситуацию не исправить, будет только усугубляться данное вот чувство, что вам чего-то не хватает. То есть я бы здесь поисследовал бы ваши желания, поисследовал бы ваши эмоции, и я уверен, что мы нашли бы то, чего вам не хватает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А желаю вам всего самого доброго и удачи.